Хейо, гайз, с вами Шмаки, и мы продолжаем проводить игру под названием Quest Hunter. Окей, мы остановились, в принципе, с вами на том, что я прибыл в новый город, так сказать. У нас здесь, получается, три новых NPC. И мы с ними идем знакомиться. В принципе, с одним мы с вами, кажется, если не ошибаюсь, поразговаривали, который с левой стороны, болото нас засасывает, мы потихоньку у них умираем. Поэтому как раз у меня вот способность, это быстрый бег, скорее всего, будет мне помогать. Опа, их, кажется, тут больше стало, или мне кажется? Странно, ну ладно. Так, с этим мы же с вами разговариваем, да? Ты кто вообще такой? Я скорее умру, чем помогу королю с его коварным планом. Что за план? Лёх, короче, мы же на этом с вами закончили, да? Поэтому давайте смотреть, что мне по инвентарю, во-первых. Сейчас это попродаем. Что-то можно еще купить? Нет, значит, мы продадим. А продадим мы перья, ракушки, хотя нужно было другому продать. Меч, щит. Окей. Трамбандист. Я тебя тут раньше не видел. Ищешь проблем? Мне нужно пройти через болото. Ты кто? Ты кто? Я по заданию короля. Ну ты шутник. Это верный путь на тот свет. Там непроходные топи и перемешку со смертельными тварями. Мне надо в лорду болотных земель. Чтобы к нему попасть, надо обходить все болота по кругу, а это месяцы пути. Идти не напрямую самоубийство. Мне нужен летучий корабль. Интересный ты тип. Если есть деньги в кошельке и сила в топоре, то сделать это реально. Но нужно попотеть, чтобы собрать нужные детали. Если поможешь мне с одним делом, расскажу, где достать детали и кто сможет корабль построить. По рукам. Мы ждем караван с поставками, который должен быть прибыть еще неделю назад. Отправляйте, так, отправляй ему навстречу и разузнай, что случилось. Двигайся на юг, по топе, и никуда не сворачивай. Ничего нового нельзя создать. Попрошака, а позолоти ручку, я тебе тайну расскажу, где сокровище закрыто. Вот это деловой подход. Слушай внимательно. Отсюда на юг ведет тропа. Пройдешь по ней до большой груды камней. От нее иди налево. До поляны с грибами. Вот там-то тебе и найдет. Так, и надо копать. Но учти, этот секрет мне достался от плохих ребят. Нормально. Эх, кожа нужна еще. Хотя я нанять могу, я вот не знаю, что вы здесь. Ну что уставился? Да ни на что. Ну тогда, ребят, погнали отправляться. Хотя я могу вокруг этого еще пробежаться, посмотреть, что там есть. Если я, конечно, не сдохну. Хотя ладно, не суть. Так, тайник. Погнали в тайник сходим. По-любому здесь будут новые враги у нас. Я думаю, это будут либо вот деревья, да, жабы. Окей, это не жабы. Мне дали новый уровень? Ништяк. Так, мы сказали, что с вами будем вкачивать. Ну, урон у меня уже прокачано.
Не нужно блокировку урона прокачивать. Здесь сделаем вот так и вот так. И давайте посмотрим, что у меня по журналу вообще с персонажей. Жрец, мясник. Да не чувствую юмора и свою дочь. Предпочитает черный юмор вне зависимости от ситуации. Любит резать мясо на скорость. Характер веселый, непредсказуемый. Королевский кузнец. Коллекционер, философ, поэт и по совместительству королевский кузнец. Любит все красивые, не любит все некрасивые. Многогранная личность с высоким интеллектом и шикарной бородой. Характер творческий. Контрабандист. Очень сильно гордится своим усами. Искусно владеет ножами, но только при угрозе его спам. Занимается нелегальными делишками, потому что нравится. Считает, что это больше подходит к стилю его усов. Мечтает открыть барбершоп. Характер общительный, если не шутить над его усами. Окей. А там же еще, кажется, был третий, с кем я мог поговорить. О, стоп. Это ураган я прокачаю. Ураган. Ураган я вкачаю. А эти камни... Неплохо. Так, и вопрос, а куда я пришел? Максимально странное место, так как я сундука тут еще не нашел. Так, где-то было сказано в грибах. О! Нафига так пугать, алло? Идиоты. Молодь. А там что-то еще есть, ребят. Опа. Меч это неплохо. Слушайте, если в принципе его заточить. Пневматический меч. Я думаю, это идеально будет. Так, подождите, мне нужно, короче, сейчас способность выставить сюда. Я пробегусь быстренько. Я понял. До свидания. Ну, за 10 секунд, я думаю, я его... Да. Максимально странное дерево. На один секрет зато. Так, ураган. Ну, пускай вдвойне урон получает. Что мне с этого? Так, дальше мне нужно этот поставить. Да, лучше пробежку вкачать.
Так, туда рвануть. А, тут, в принципе, как раз и выход. Ладно. Нифига тут секретов, слышите? Ну, блин, я не хочу ее раскапывать, все смотреть. Я получил охерительный, так сказать, меч. И я, на самом деле, его сейчас схожу, заточу. Но новые враги мне уже нравятся, типа. Блин, а я скорость, да, не поменял? Ну, а если что... Давайте. На тот деревья, да, я, в принципе, правильно так подумал, что будут враги деревья. Так оно и оказалось. А смотрите, тайников 6 всего, я ни один не нашел. Походу мне реально нужно по болотам пробежаться. Ладно, сейчас сходим к кузнецу. Прям нам заточат оружие. Улучшить. Сколько? Ай, блин, мне алмазики надо. Зараза. Алмазики нигде не купишь. И алмазики нужны для прокачки способностей. Вот эти деревья странные. Сразу ставим ураганчик. Вот и занятненько. О, и алмазики дали. Сейчас здесь еще алмазики выкопаю. Не, все-таки, ребят, уже нужно мне ходить искать сокровища. Мне алмазики нужны. Так, куда еще нужно сбегать? Ладно, так уже пойти соберу. Там есть с другой стороны проход. Добро. А если здесь идти так, по краешку? Я бы здесь тоже закопал что-то. Ладно. А, бля, это ж не ускорение. А, я могу так проходы ломать. О, интересно. Получается, эту ограду я тоже могу сломать. А нет, здесь сокровища нет. Но меч я этот возьму на самом деле. Я его улучшу. Сколько у меня уже их? 8 только. Ладно. Все равно странно. Сундуков нету. Да. Так, герои. Сюда, сюда. Пойдем за алмазиками. С другой стороны, я мог бы просто взять, пойти в шахты очередные и собирать там алмаз.
Так, ладно, потерянный караван. Сейчас будет западня. Да, как обычно. Хотя я могу посмотреть, может какие-то ценные сундуки будут. О, это ж пасхалочка, нихера себе. Они шланцуют, опагом наставил. Не, ребята, то рели было сейчас прикольно. То есть, как-никак, здесь есть пасхалки. Блин, это получается все сундуки на болотах? Что мне делать? Здесь сундук по-любому должен где-то быть. Ладно, 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 ладно. Мы увидели пасхалочку, все. Для нас этого достаточно, можем отсюда уходить. Хотя сундука 4, ну блин, я говорю, скорее всего, они именно в болотах. И заметьте, это при случайной встрече, то есть я бы мог ее не найти. Так, сразу видно злые деревья. Вот злое дерево. Вот злое дерево. Не, вот это вот только злое дерево. Бац-б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 ац. Я говорю, мне заморозки, в принципе, вообще хватает, чтобы грохнуть. Ага. А, вот и пропавший караван. Похоже, им пришлось не сладко. Огромные следы. Это сделал кто-то очень большой. В натуре. О, хо-хо, тихо-тихо. Ключи, как говорится, позволяют. Чит. Чит лучше моего. Блин, но мне все равно алмазов много надо. Как бы сделать так, чтобы было удобно. А, я просто тону, и поэтому я урон получил. Ой, бля. Я думал, это и есть враг. Герои. Ураган. Сюда, да, 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 да. Давай, иди уже сюда. У него нету лап, поэтому это навряд ли он. Но они, эти деревья все равно же очень живучие. Но из них можно много всего получить, и за них дают много. Туда пойти, но здесь по-любому злое дерево будет. Нету зло. Вот это вот злое дерево. Окей. О, алмазик. Алмазики, это хорошо. Я уже могу прокачать меч. Как бы. Там что-то есть, я видел. Я видел, там что-то лежит. А
Но вот это на самом деле странный камень, потому что это типа камень хаоса, наверное. Так что он довольно редкий. А я, в принципе, А чем я чудовище не смог найти? Ладно. Снова случайная встреча. Опять, наверное, эти. Хотя здесь случайные встречи, они не рандомные. Не так задуманы, на самом деле. Мне нравится, что мне хотя бы не заставляет именно постоянно драться с ними. У меня есть выбор. Так, ну караван, в принципе, я нашел. Нашел караван? Его разбили по дороге, возле болот. Судя по следам, это было что-то очень большое. Этого я и боялся. Похоже, что чудовище вернулось. Чудовище? Так. Издревле ходит легенда про болотное чудовище. Местные жители носили по дате старая колдунья, кто живет на болоте. Она за это отгоняла чудовище. Но недавно она пропала, и защиты больше нет. Попробую ее найти, я отмечу ее хижину на карте. Ну или победи чудовище. Мы в долгу не останемся. А вдруг эта бабка это и есть? А, так, сразу. Пока мне дали камни. Пока камушки дали, надо затачиваться. А, все равно, да, в минус. Значит, продать. Цветок я сейчас использую в котелке. И, в принципе, рванем дальше. Блин, дерево нужно будет нас собирать. Хотя дерево могу за золото создать, у меня 25 тысяч, алло. Я могу просто зря время не тратить, да и все. Сейчас либо встреча, либо тайник. Да, не ожидал. Неожиданная встреча. Мне нравится, что недалеко и нету диалогов, что я могу сразу убегать. И жена ведьмы. 4 сундука. Чудовище где-то рядом. Вот сундук. Я думал здесь западня, типа. О, надо восполниться. Мне аж теперь то и не 40, 50 хп. О, бля. Нахера так пугать? Ах,
охеренное чудовище из динамита созданное. А хотя, вот именно что оно из динамита созданное. Ну ладно. Динамит, конечно, это хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пау. Изи тактика. Раз, два, три, четыре, пять. Почему так быстро размораживается? Алло. Разве там не 5 секунд? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в принципе, против нее тактика довольно легкая. Теперь большой зверь. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. А, добью. Стой, стой. Мозгляк. Стой, стой, твоя взяла. Я был неправ. Это все старуха придумала. Отпусти меня, а? Старуха? Ну да, старая ведьма тут на болотах живет. Иди поври людей пугай. А я буду с них деньги за защиту брать. Но я больше так не мог. И запер ее в ее же хижине. Тут недалеко. Вот ключ. Можешь сам проверить. Отпусти меня. Ладно, валяй, я добрый. Всякое зло должно быть наказано. Ладно, мне плевать, честно. Ладно. Мне интересно, зачем здесь динамит? А, теперь я понял. Кусь, 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 кусь. Понимаем. Понимаем. Ураган. Сохранится. Ну да, чудище здоровое на самом деле. Механическое. Огромный волк. Ведьма. Ой, да что тут рассказывает-то? Бабушка людям помогает. Чудовище болотное отгоняет. Ох, милок, спасибо, что спас старую. Да, все мы эти чудища распаялись. Перестали бабушку слушать. Эти чудища тебе заперло? Чудище, чудище, оно самое. Ох, милочек, так. Ты отбираешь людей, пугай их роботом. Ох. Разоблачил ты меня, остроглазый. Балбеса, что в работе был, звали мозголяком. Мастер был на всякие безделушки собирать. Но я ему и подсказал, как можно деньжат заработать.
Собрал он чудище механическое и начал людей пугать, а я как бы отпугиваю. За умеренную плату. И вот жадность его погубила, захотел мозглях 2/3 себе забирать. А я ему и отказала. Не сделай бабушке... Так. Не сдавай бабушку. Хочешь, я тебе зелье варить буду? За бесценок. Иди, бабка, отсюда, чтобы больше тебя тут не видели. Хорошо, но больше никаких чудищ. Нет, я меч правосудия. Пришел за тобой. Беги, бабка. Ой, спасибо, милок. Больше ты бабушку не увидишь. Нихера, это что за маска? Нифига. Ну чё, вот мы бабку встретили, монстр победили. Подожди, не выходи. А вот и все. Это был последний секретик здесь. В принципе, я думаю, можно здесь закончить. В следующей серии я в город вернусь. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.